Здравствуйте. Как принято говорить в хороших компаниях? Привет, Москва. Я не вижу ваших подмышек. Мы вас любим. В общем, мы сейчас повторяем нашу программу за 6 июля. Вроде тогда так понравилось всем. Мы тоже решили ее. Нам тоже понравилось сыграть, еще раз послушать. Тогда, собственно говоря, все это, да, и теперь это имеет вполне определенное название. Так было не всегда. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
долго играем, мы отыграли уже все первое отделение. Вот прежде чем мы ушли на покой, на перерыв, я хотел представить участников вот этого вот представления музыкального. Значит, за самым громким и заметным инструментом, эффектным, сидит наш джин ритма и прочих вот таких фаллических штучек Игорь Шатов. Федор Черниенко, несмотря на свой, прямо даже видно, молодой возраст, много лет играет на бас-гитаре. Чем дальше, тем лучше. Все приятнее и приятнее. Григорий Горностаев выполняет всю черновую работу, потому что он играет на гитаре все вот эти вот штучки, которые мне играет лень, а я играю соло. Леночка, Елена Сергеевская, как посмотрите на нее, она Леночка, правда, вот она колдует на флейте, это замечательно. Наш приглашенный уже не первый раз Андрей Соловьев, это замечательный трубач Вежливого Кавказа и глава вот этого вот ансамбля московских композиторов, где я имею честь тоже иногда подвязаться. Мы с вами был Сергей Седых, уходим на перерыв, вы заказываете напитки, ждите нас, мы сейчас играем второе отделение. Концерт, который называется «Так было не всегда».
Thank you.
Ну, это была большая длинная композиция. А так было не всегда. В ней еще всякие составные части. Название их запоминать вам не обязательно. Приходите чаще, постепенно выучите. Был очень рад здесь всех видеть. Огромное спасибо всем, кто сегодня участвовал. Сегодня вот здесь звукорежиссер, который отказался называть свое имя. Вот. А он, вообще говоря, сделал очень хороший звук и на сцене, и в зале. И опять же, Игорь Шатов. Петр Черниенко. Григорий Горностаев. Елена Сергеевская. Андрей Соловьев. Всем спасибо, все свободны. Женщина покормила мужчину, сделала ему вкусных бутербродов, еды всякой, напоила, покормила, спать положила. Замечательно, замечательно. Еще хочешь? Хочу. Это была демо-версия. Для дальнейшего нам нужна регистрация. Готовы ли мне налить после этого присутствующие здесь шестиугольники? Адвентистом шестого угла. Ну ладно, мы тогда еще немножко музыки вам сыграем. Но, извините, из нового ничего нет, все новое мы уже сыграли, мы сыграем немножко из старого. Да, кстати, насчет старого, там диски продаются при входе, там это есть, а там есть да, новые диски со старым, два инструментальных альбома, вот наши «Переменная облачность», красиво переизданная «Орбитом», «Навигаторские», вот «Свободы». И, кстати, там есть еще музыка ансамбля московских композиторов, руководитель которой Андрей Соловьев, а я там тоже поучаствовал, и они там тоже лежат. Это совсем, все это вот такое довольно свеженькое. Вот, ну а сейчас мы за то, что вы все это выслушали, мы вам сыграем еще немножко музыки. А шестиугольники изготовились. Thank you.
играли, мы играли, наши пальчики устали. Знаете, ну я думаю, лучше немножко меньше, чем немножко больше. Давайте приходите в следующий раз. Я обязательно в средствах массовой информации оповещу вас обо всем. Спасибо вам, что вы пришли, потому что играть перед вами приятно. Гораздо приятнее, чем Нет, ну давайте не будем об этом. Все. Хороший день. В общем, всем спасибо. До свидания.